Проект ученых «Эконефти» по разработке и исследованию нового поколения ингибиторов образования гидратов природного газа получил грант Российского фонда фундаментальных исследований. Проект позволит обеспечить эффективную добычу и транспортировку углеводородов в условиях Арктики. Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета совместно с Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму впервые выпустили переводчиков-гидов на языке фарси. В честь выпуска обучающиеся были награждены сертификатами о прохождении курсов. 15 июня в КФУ пройдет тренировочный матч по футболу между роботами. Во встрече будут участвовать роботы Высшей школы информационных технологий и информационных систем и Инженерного института Казанского федерального университета. Тренировочный матч приурочен к предстоящему чемпионату мира 2018.